Мучает этот вопрос. Чем вам иконы-то помешали? Ну что вам эти иконы? Иконы это хорошо. Что на иконах и что забирают иконы? Именно забирают. Смотрите, не просите иконы, а отдавайте иконам. Отдавайте иконам болезни свои. Почему? Потому что на иконах изображен Иисус Христос. Когда Он отдал свою жизнь, то Он тем самым откупил людей от зла. Что это обозначает? Когда человек на протяжении жизни делает кому-то плохо, допустим, вас бесит человек, и этот человек вас бесит, вы хотите его ударить. Почему? Вы хотите его боли. Поэтому человек, от которого вы хотите боли, является должником боли, а вам нужно эту боль забрать. И у людей было огромное количество боли. И когда Иисус Христос, его распяли, то Он фактически забрал за людей всю боль. Таким образом, облегчив человеческое страдание, дав людям возможность жить легче. То есть можно сказать, что до Иисуса Христа была одна цивилизация, и после Иисуса Христа началась другая цивилизация. Было ли это? Ну, в целом, где-то так. И когда у вас есть иконы, на них изображены люди, которые были мучениками. И что они сделали? Они мучились ради людей. То есть они боль свою испытывали, забирая ее у всех людей, и забрали ее в тот мир. И что может сделать человек? Когда человеку плохо, он может подойти к иконе какой-нибудь и сказать: «Я великомученику отдаю свою боль, забери эту боль. Пусть она меня не мучает, забери эти неприятности, пусть они не мучают меня». А вот просить ничего я бы не стал. А вот использовать великомучеников с такой целью, а они именно для этого и жили, чтобы спасти людей, забрать у них боль, чтобы люди были более добрыми, теплыми, хорошими и так далее. Чему учат святые люди? Они чему учат? Двум вещам только. Первое, быть терпеливыми. И второе, добрыми. Смотрите, почему они такими стали? Они были добрыми и они были терпеливыми. Уповали. А вот что сейчас произошло? Почему я говорю, что мне не нравится религия? Могу объяснить. Там есть такое понятие гордыня. Гордыня. Именно поэтому, когда человек начинает верить, он считает, что он от других людей отличается, и он стал лучше. Вот это слово «лучше» — это гордыня, о которой говорил Иисус Христос. И все верующие люди, не надо гордыни. Поэтому, когда говорит, вы не будете спасены, убери свою гордыню с пелемушку. Гордыня это тоже порок. Поэтому гордыня это нехорошо.